Вот мы подходим к аквапарку Ривьера. Это аквапарк, это отель, высокое здание, и он развлекательный комплекс. Все Ривьера, три в одном. А нам сюда. Вчера был хороший день, солнечный, теплый. Мы погуляли, ну так и планировали. А сегодня холодно, дождик накрапывает. Сейчас мы пойдем, как по заказу, мы пойдем в аквапарк, в баньке погреемся. Надеюсь, можно будет там поснимать. В правилах написано, что снимать нельзя. Но посмотрим, как получится.
Да, это не так. А где?